Небывалый урожай абрикосов ударными темпами и в больших количествах принимает Кикунинский консервный завод. Соки под торговой маркой «Кикуни» – один из брендов не только Гергебельского района, но и республики. Причем местное предприятие покупает абрикосы не только у своих садоводческих хозяйств, но и соседних районов. Об этом сюжет Патимат Гусейновой. Зеленые, гнилые, почерневшие не подходят, только спелые и сочные. Отбор абрикосов на Кикунинском заводе идет тщательный, вручную. После фрукты попадают в чан. В этом бурлящем котле они проходят термообработку. Из фруктов здесь готовят разные виды продукции. Варенье, джемы, соки, повидло. Абрикосы в Кикуни везут со всей округи. Чаще всего эти ящики доставляют из Шамильского, Унсукульского, Кунзасского и Гунипского районов. Шутка ли сказать, в день подъезжает до 100 грузовиков. Реализовать было трудно. И этот завод кикунинский нам как Божья благодать выручил завод очень. Очень много людей, народу выручил. На заводе уже приняли 300 тонн абрикосов, ожидают еще почти 600. В этом году урожай богатый. Солнце и дожди – хорошие условия, чтобы абрикос поспел в горах, говорят аграрии. В ближайшее время на предприятии планируют закрывать томаты. Кроме того, выращивать яблоки на арендованных землях. Ну, до зимы будет работа. В общем, планируем все, в общем взять 2000 тонн продукции. Тысяча оранжевых бутылок на конвейере – это результат работы 50 сотрудников завода и иностранного оборудования. На этих мониторах вся система работы производственных линий. По спецзаказу технику в Кикуни доставили из Германии и Венгрии. В этом году ее замену продолжат. Патимат Гусейнова, Заур Магомедов. Время новостей. Гергебельский район.